Необычное представление с превращениями и фокусами показал маленьким ивановцам петербургский кукольник Виктор Антонов. «Цирк на нитях» – это спектакль, где он и актер, и режиссер. Даже сложнейшие куклы, которые управляются десятками нитей, марионеточник делал сам. Хотя количество нитей, по его словам, совсем не показатель качества. Если кукла работает плохо, неважно, можно на 100 нитей подвесить, и она будет плохая. Можно на двух или на одной нити, ну, выразительную куклу сделать, и это будет самодостаточно. То есть это совершенно не важно. Это важно, как ты это делаешь, что ты показываешь. Виктор Антонов – неоднократный обладатель премии «Золотая маска». Он настолько виртуозно управляет цирковыми марионетками, что, кажется, они сами без посторонней помощи оживают и вытворяют на сцене что-то невообразимое. Ни одно цирковое представление, конечно же, не обходится без акробатов, клоунов и дрессированных животных. Гость программы – огнедышащий верблюд. Зал так и ахнул, увидев клубы огня и дыма. Есть такое вещество, оно у нас в аптеках, в гомеопатических можно даже купить, называется ликоподиум. Это на самом деле использовалось как детская присыпка. Вот. Но постепенно перешли на синтетический, на тальк, и сейчас его в России просто невозможно купить. Он только в гранулах, но это совсем другое и как бы не годится. Вот. А у меня просто старые, древние запасы. У каждой трюковой марионетки есть свой неповторимый штрих, деталь. Верблюд помахивает хвостиком, у клоуна на носу сидит птичка и поет, а силач краснеет, когда пытается поднять штангу. Штангист, например, у всех есть очень, это тоже частый такой, вот, но в основном это сводится к поднятию просто штанги. Я немножко приукрасил в прямом смысле. Где-то что-то я так, как бы на свое усмотрение, все-таки мне вот захотелось все-таки это сделать по-другому. Вот. Но в принципе так делают многие кукольники, они все равно немножко делают коррекцию традиционного номера. После появления этого спектакля про Антонова стали говорить, что он человек-цирк. Постановка предназначена для 5-летних детей, но только взрослые в полной мере могут оценить мастерство Виктора Антонова, лучшего марионеточника России. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.